Всем привет, я Гела. И, девчоночки, смотрите, сколько всего мы с вами нашили за последнюю неделю. Вот, и те, кто не видел, девчонки, проходите на канал. Кстати, не забудьте подписаться. И смотрите, все эти видео есть вот за последнее буквально время. Мы с вами, видите, уже сколько всего, сколько красоты понашили. Все, на все на эти работы есть подробные мастер-классы. Вот, так что, если интересно, проходите, подписывайтесь, смотрите, вы найдете все видео, и если будете подписаны, уже не пропустите следующие видео. Вот, мы с вами шили из ромбов, из квадратиков, из треугольников, из полосочек, да, всякие разные. Это так называемый классический пэтчворк, ну и какие-то приемы, какие-то узоры я вам показывала, как собрать вот это все можно. Кстати, хочу сказать, вот смотрите, красота какая, ой, прелесть, кленовые листья, подробный мастер-класс есть со всеми расчетами, специально для вас все рассчитала, все разжевала, осталось только сделать. Вот. И, девчоночки, а сегодня хочу вам показать вот все, что осталось после вот этих работ, обрезки, да, и что из них можно сделать. Это скорее для начинающих, может быть, те, кто только начинает пэтчворк. Вот видите, есть видео из полосочек, как можно собирать вот такие потрясающие лоскутные блоки. Вот. А сегодня от всего этого, видите, пооставались обрезки всякие. Я покажу два способа, где нам уже ничего не нужно кроить, рассчитывать, мы не знаем, что у нас получится, в отличие от того, что вот вы посмотрели сейчас. То есть тут уже полная абстракция, импровизация. Вот мы берем любые лоскутки и кладем их так, как душе угодно, понимаете? И покажу два вида, чтобы вы просто посмотрели воочию, да, визуально, для себя оценили, что вам больше понравится. Вот из прямоугольных лоскуточков, вот смотрите, я взяла одна, у меня полоска осталась черная, длинная. Вот. И я к ней, видите, подшиваю вот таким вот образом лоскуточки. Девчонки, ну это как вариант, вот идею вам, да, таким образом очень здорово шить витражи, например, вот из таких лоскутков. Вы берете, вам все, что нужно, это длинные черные полосы. Вы берете, можете все свои обрезки нашить вот так на полоску, вот такая гирлянда у вас получится. Далее вы эту гирлянду разрезаете вот так по лоскуткам и далее соединяете эти лоскутки уже в какой-то заданной форме или в абсолютно... импровизация, абстракция, понимаете? Вот. Но сегодня я не хочу показывать конкретно, как вот витражи делать. На это есть отдельное видео. Вот. А просто еще как вариант. То есть лоскутки я буду соединять совершенно в хаотичным образом. И хочу, чтобы вы посмотрели, как это будет выглядеть в деле. Ну вот первый, видите, у меня, раз уж у меня есть такая полоска, вот здесь в обрезках завалялось, то уже получилось, вот видите, витраж как вырисовывается. Таким образом можно создавать витражи, но у меня в данном случае будет просто такая абстракция, импровизация, да. То есть обратите внимание на то, что нет заданного, в отличие от того, как вот те работы, что я вначале показала, там мы планируем узор, знаем, что у нас получится. Вот, кроим себе детали, шьем по правилам, как нужно, вот, и получаем вот такую красоту. Вот, а здесь мы ничего не кроим, мы не знаем, что у нас получится, мы берем все обрезочки и шьем как душе угодно, соединяем их вдоль и поперек, да, и в итоге получаем тоже, ну, просто прелесть прелестную. Я обожаю этот вид лоскутного шитья, такой абстрактный, крейзи, да, вот, и сегодня покажу вам, как выглядит крейзи из прямоугольных лоскутков, обрезочков, и как он выглядит из совершенно бесформенных лоскутков и обрезочков. Ну вот, вы посмотрите, какую прелесть я собрала. Вы посмотрите, вот это ведь мусор практически на выброс, какие здесь есть меленькие-меленькие всякие прямоугольнички, полосочки, квадратики, совершенно меленькие. И вот такая вот прелесть получается, собранная они совершенно хаотично, в абстрактной такой технике, просто как душе угодно. И вот все, что осталось от этой кучки, да, мы, то есть, все использовали. И теперь, девчонки, вторая кучка, видите, лоскутки могут быть не только
прямоугольные там полосочки, квадратики, а и вот такие обрезки, всякие треугольники совершенно разных форм, всякие бесформенные, там трапециевидные обрезки, да, ну, в общем, вы понимаете. И сейчас я сошью также абсолютно хаотично в абстрактной такой технике лоскутный блок, и вы посмотрите, как визуально красиво это смотрится. Вот практически мусор, совершенно мельчайшие обрезки. Такие обрезки, вот бесформенные, чаще у нас, когда мы шьем, допустим, из ненужных вещей, да, используем там в утилизацию старую одежду, там какой-то домашний текстиль и так далее. Вот там вот образуется много вот таких. Ну и от такого шитья тоже. Видите, у меня вот эти вот все ткани. Кстати, девчоночки, хочу напомнить, все эти ткани, все, что вы видите, у меня есть в наличии в продаже. Их можно взять и метражом, очень доступные, хорошие цены. И также в наборах, тогда цены еще дешевле. Я собрала, ну, на свой вкус, конечно, наборчики такие из разных расцветочек, ярких, красивых. Поэтому, если хотите, пожалуйста, пишите мне ВКонтакте. Вот, ссылку на ассортимент оставлю под видео. И выбирайте себе наборчики, и вопрос с тканями у вас будет закрыт. Смотрите, какая прелесть, красота. А тем временем, девчонки, вот вы видите, да? Вот они, эти обрезочки. Ну, вот в данном случае у меня много треугольничков всяких есть. В свою очередь, это совершенно разные треугольники, да, по построению. И вот видите, просто вот таким вот образом мы нашиваем их как нам только угодно. Эта техника называется крейзи, я ее просто обожаю. И, разумеется, в этом крейзи можно использовать уже не только треугольнички, вот это у меня в данном случае как-то вот так набралось, вот, а можно использовать вообще совершенно любые формы и размеры лоскутов, также и прямоугольные, и полосочки, и все, что вы хотите, можно использовать в этом крейзи. Вы видите, вот у меня намеренно совершенно такое разнообразие цветов, чтобы вы видели, как эти лоскутки между собой. То есть здесь совершенно нет никаких определенных правил, каких-то задумок. Мы совершенно не знаем, как это в итоге, что получится. И я просто обожаю такое шитье. Это такая прелесть и красота в итоге получается. Поэтому какие бы ни были у вас там по цвету, вы не знаете, как подобрать еще что-то, берите смело все и шейте вот таким образом, кладите лоскуток туда, куда только ваша душа пожелает. И у вас обязательно все равно получится такая интересная, очень необычное такое полотно лоскутное, из которого в свою очередь вы уже можете сшить все, что угодно. И подушку, и сидушку, и сумку, и платье, и пальто, и что хотите. Вот, поэтому, девчоночки, и сейчас посмотрите, как это выглядит в деле. Девчонки, ну посмотрите, ну не красота, ну прелесть, просто прелесть. Вот таким образом, хоть по кругу, хоть по квадрату, как угодно, вы кладете лоскутки бесформенные. Смотрите, какая прелесть. Вот букет роз, например. Вот, кстати, сейчас покажу просто для наглядности несколько работ. И хочу сказать, вот по всем этим работам, то, что вы видите на фотографиях, есть отдельные мастер-классы. Поэтому подписывайтесь, смотрите. Вот, смотрите, какая красота. Все это вот эта вот техника, которую я вам сейчас показала. Ну и вот для сравнения, смотрите, вот, пожалуйста, крейзи из бесформенных лоскутков, как выглядит. Я уже простегала вот эту заготовку, но тем не менее, вам понятно, да? И вот это еще не стеганая крейзи из прямоугольных лоскутков, как выглядит. И в том, и в другом случае это просто прелесть прелестная, девчонки. Вот такое видео хотела показать. Скорее, это будет интересно, наверное, новичкам. Ну, а тем, кто уже умеет шить, может быть, для вдохновения, вот такое вот небольшое видео, девчонки. Ну, а на этом я с вами прощаюсь на сегодня. Совсем ненадолго.
Так что не забудьте подписаться на канал, не пропускайте видео, смотрите ранее. У нас очень много всякой прелести, прелестной, всякой красоты и всяких интересностей. Вот. И не забудьте, девчоночки, если вам нужны ткани, то обращайтесь, пишите мне ВКонтакте. Там есть группа «Прелесть прелестная», это так называемый как бы магазинчик, да, и там можно посмотреть ассортимент. И хочу напомнить, что ткани в наборе гораздо дешевле обходятся, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, пишите, отправляю я очень быстро, оперативно. Вот. Ну, а на сегодня все. Всего вам самого доброго. Пока-пока.